Ах ты, бедная моя, труба-дурочка, посмотри, как исхудала фигурочка, может, сразу обратимся к врачу. Ничего я не хочу. Рай-рай. Всем привет, всем привет. Николай Пиратская жизнь. Так, в общем, ребяточки, поставила сейчас ванну на весы, что-то у меня исхудало. Ну как исхудало? 81 400. Ой, бедненький мой, несчастный. Ой. Девки, буду сейчас кормить мужика-то. Ой. А то дома холодно, голодно, худеет уже мужик-то у меня. Не по дням, а по часам. Прям куда деваться. Вот так. Ой, у нас дома вообще, девчонки, халадрыга. Пол зябкий. Прям не могу. А, кстати, воды еще купить. Постоянно что-то покупаем. Постоянно что-то берем. Так. Посмотри, как не скидала фигурочка. Так, нам суп и дать, девчонки. Достался только. С бульки в нос. Терял уже что-то мне надоело уже. Тищи. Честно. Сейчас прочитала комментарий. Щи! Сметану? Да ладно! Господи, что у вас вызывает вопрос? Сметана в щах. По-моему, это совершенно нормально. Вот, кто-то ест вообще без каких-то там соусов. Кто-то ест с майонезом, кто-то ест с этим, как он называется-то, с сметаной. Я просто не вижу. Я не понимаю, почему такое возмущение, скажем так. Из-за чего? Из-за чего? Ну, понятно. Так, лаврушка. Надо выкинуть сразу. Опа. Осталось на два раза. Он же такой, знаете, густоватенький. Густоватенький под низом. Так что, скорее всего, его надо уже немножко разбодяживать, девки. Разбодяживать. Потому что в противном случае он такой вот. Мяса тут уже много осталось. Самого этого. Надо доедать, конечно. Что-то сейчас думаю, вообще не хочу суп. Потом думаю, нет, не хочу. Все-таки хочу. В общем, на завтра осталась одна порция. В общем, завтра доедем. Знаете, вот у меня такие кастрюли, то ли я так готовлю, то ли что. Вот сколько не готовь, все равно на неделю хватит. Как-то вот так получается. Так. Сейчас надо вкусненького чего-нибудь такого замутить. Потому что сейчас организм много тратит на поддержание тепла. Сейчас он стал, ноги зябки. Прям ноги замерзли. То есть маленько разбавим. Ничего страшного, это обычная вода. Чтобы был чуть пожиже. Чуть пожиже супчик. А то густоватый. Всю водичку выловили. Осталось только гуща. Сейчас прокипит, и будет хорошо. Тем более вода-то нормальная. Черная. Чуть-чуть сольца. Слушайте, вчера прям замерзли. Черт, бросил. Какое тут. Допили вчера вино. Ой, там был-то, господи, вот стульчика. Грамм, даже 100, наверное, был. Вот, допили, короче, вчера винца. Вон бутылка стоит. Я говорю, а Ванка алкаш каждый раз вот ставит бутылку вот эту сбоку. Я говорю, ты что, сдавать ее, что подумаешь? Я говорю, кидай мусорку. Ну вот, будет мой сам, все там все дела. Я говорю, ну. Вот. Короче. Вчера уже даже включали отопление. Ну, в смысле, как включали? Кондиционер включали на обогрев. Девки, у нас дома прям холодрыга, губа. Я уже начала носом хлюпать, я такая, нифига себе. Нафиг. Мне эти все хлюпания. То есть, походу, у нас одна баночка, все, выедается. Одна баночка, хреновенькие. Ура. Почти доедена. Так, оп, осталось-то. Немножко. Как раз на один раз. Пока что не буду нового открывать.
Смотри, как исхудала фигурочка. 81 400. Молодец. Молодец. Но это все из-за чего? Из-за того, что я стараюсь больше белковой пищи, стараюсь поменьше перекусов. Пиво ему сейчас запрещаю. Вот, вот он скинул свой килограмм. Так, баночку оставляем, конечно же, помоем. Хорошая баночка. У нас будут под всякие там тушенки, под всякие штучки. Так. Хлеб. Колбаса. Сосиски нормальные? Ну, сосиски нормальные. Все это сделаем. Она делает самое. Да. Так, забыла, кстати, про паштет. Я очень спрятала. Забыла. Так, вот. И вот. Вот эту колбасу тоже надо резать. Потом еще взяли и не делали. Упаковано. 20-го, сегодня у нас какой? 23-й уже. Еще он 3 дня лежит уже. Надо ее кушать. Сейчас я пакет чистую беру. Немножечко порежем. Вот. Сейчас он, Вовка, мне прочитал статью. Людям, семейная пара из Москвы. Ну, короче, по-другому не скажешь. Короче, смысл в том, что... Сейчас, секунду. Короче, семейная пара из Москвы. Они, в общем, купили путевку куда? В Сочи. Вот так вот. В Сочи на 2 ночи. Что вы думаете, ребяточки, за неделю они потратили, сейчас вам скажу, хотя я не буду пока включать, пускай тепло будет в квартире. За неделю в Сочи они потратили, барабанная дробь, 300 тысяч. Вот так вот. Прикиньте, 300 тысяч за неделю в Сочи. Вопрос. На что? На что такие бабки? Я не понимаю. Вы мне объясните, пожалуйста. Человек, который не следует. За что? Вот скажите честно, что бы вы выбрали? Месяц в Таиланде? Или неделю в Сочи? Как вы думаете? Вот я честно хочу сказать, что я бы выбрала месяц в Таиланде, чем неделя в Сочи. Вот. Это не значит, что я в Таиланде буду там голодать, там туда-сюда и прочее. Ну это просто жесть. Короче, цены у нас окупительные. На все вот эти вот поездочки, на все эти отдыха. Это очень-очень дорого. Я просто, я диву даюсь, такие у нас цены, к сожалению, в России. Ну, смотрите, ну, среднестатистическая семья, да? Ну, например, вот девчонки там, там пятерочки с парой где-то, ну, 1050 имеют, я краем уху услышала. А вот, около 50 тысяч там со всеми надбавками, со всеми там этими, тем, всем. А вот, 50 тысяч. Вопрос. Вот если я, например, работала бы в пятерочке там, или с парой, да, например. Вот. Сколько времени я должна была бы откладывать на то, чтобы один раз в году неделю отдохнуть в Сочи. Ну, скажите, пожалуйста. Мне кажется, это очень-очень дорого. Вот. Все эти отдыха, это просто капец. Ну и опять же, для сравнения, тот же самый Таиланд, который там вы говорите, ой, Таиланд, задрала там своим Таиландом. Так мы, извините меня, за месяц 300 тысяч тратили. А тут за неделю. Отдых, конечно, вообще отдельный вид искусства. Цены просто завышены, просто да нельзя. Я не понимаю, с чего такие цены. Так, надо, короче, рулет есть. Я боюсь, он это задумается. Задумается. Надо срочно его кушать. Сожрем, сожрем, ничего страшного. За пару дней. Сегодня завтра едим. Вот рулет вкусный.
Причем, прикиньте, вот я, например, зарабатываю там 50 тысяч, да, и Вован, например, ну, на заводе, да, еще тоже там 50 тысяч. Итого общий бюджет у нас 100 тысяч на двоих. А вот вопрос. Получается, я должна по примерно 25-30 тысяч откладывать в месяц для того, чтобы раз в год слетать в Сочи там за просто отдохнуть на неделю, обалдеть. Просто цены, конечно, вообще нереальны. А потом просто удивляются там наше правительство и так далее, почему у нас очень многие едут за границу. Да я лучше за 300 тысяч, в конце концов, не знаю, поеду в тот же самый Египет или Турцию на 2 недели. И вот там кушать, пить, пока не лопну. Вот так вот. Короче, как-то так. Вот такой вот у нас отдых. Цены сейчас, конечно, на отдых просто прям нереально. Нет, конечно, там напишут, что можно там подешевле, можно там дикарями и так далее. Но какой, с другой стороны, это отдых. Это уже не отдых, это уже какое-то выживание. А вот цены, они вот реально вот, если так посмотреть. Ну, тоже вот я вспоминаю. Вот сидели с Вованом тогда на набережной. Вот, взяли бутылочку винца и устричное, ну не устричное, а медийное. Вот, и в общем, короче, взяли в итоге 2 бутылки, выпили там типа то ли шампанское, то ли что. Или даже нет, по-моему, 1 бутылку, еще пару бокалов мы заказывали. А вот, и 2 раза заказывали устрицы. Плюс еще, по-моему, что-то, ой, не помню, то ли картошку фри взяли, то ли что-то такое. Ну, короче, в общем, смысл в том, чтобы мы посидели так на 5 тысяч почти, поштышто. Вот, опять же, те же самые шашлыки. Даже вот, я не говорю там в какое-нибудь красивое там место хорошее там зайти, да. Просто вот эти вот шашлычки стоят вот на набережной, да. Тоже там цены такие вообще нереальные. Вопрос, за что, почему такие деньги? Все наживается на туристах. Что лететь некоторым некуда. Но некоторые просто даже банально и не сравнивают, что отдых у нас зачастую это дороже. Поэтому очень многие едут. Так что вопрос к вам. Что вы выберете? Месяц в Таиланде или неделю в Сочи? Давай только честно. Честно, я вот лично месяц в Таиланде. Даже пускай я буду там питаться лапшой, пытаясь сэкономить. Вот. Хотя, на самом деле, я так посчитала, вот билеты, например, 120, да? Квартира там 50 тысяч примерно на месяц. А вот билеты на поезд туда-обратно тоже 1010, ну, если заранее брать. А вот. Дальше, соответственно, что там еще? Всякие там... Еще остается примерно... 1500 бат в день. 1500-2000 бат. И если на самом деле не покупать там что-то там, знаете, такое дорогое, как мы в прошлый раз, да, взяли. Мы там. И это, то все. Вот. А если, например, просто, ну, достаточно экономно, вот, мне кажется, прилично так. Можно. И рыбку, и креветочки. То есть знать, где там брать. Не бегать там по дорогущим ресторанам. Спокойно месяц прожить и просто кайфан. Ну, вопрос в другом, конечно, не у всех есть отдых, отпуска по месяцу, да? Вот это, конечно, да. И это, конечно, да. Ну, опять же, ну, просто цены, конечно, прям ужас какой-то. Я не знаю вообще, откуда они это все берут. Вот, ну, вот. Такая статья. Я просто думала, знаете, посмотреть какой-нибудь отдых, ну, недельку съездить. Что я говорю, мне дома иногда бывает скучно. Как правильно, у меня одна подписчица на Дзене написала. Говорит, что Нине нужно эмоции. Потому что я же все-таки вам выдаю эмоции от своего канала, да? То есть, ну, нужно о чем-то говорить, там, туда-сюда. И когда вот я сижу дома, да, у меня происходит такой некий застой. Да, по-моему, все-таки паштет больше свиной, нежели чем утиной. Ну ладно. Вот. Ну, в любом случае. А вот, и понимаете, хочется, конечно, куда-то вот мотануться, но с другой стороны, за такие деньги это очень дорого. Уж я лучше дома потухну маленько, что-нибудь там придумаю. Что-нибудь, вот Гора вчера он придумала, говорю, о, сейчас это, примерку курток сделаем. Что, неплохо получилось, я считаю. Очень интересно. Мне самой понравилось куртки тут свои рассматривать, что у меня там осталось.
Вот сегодня мы хотели поехать в Мегу, короче, посмотреть там куртки на осень. Вот, ну как всегда поздно встали. Вчера, кстати, посмотрели классный фильм. Очень советую. Называется «Наполеон». Долгий фильм. Ну там про историю. Короче, исторический фильм. Кто любит исторические, я думаю, вам зайдет. Очень классно играет там Хоакин Феникс. Вот, очень мне нравится этот актер. Он такой, знаете, очень харизматичный, очень такой интересный. Вот, и шикарно он сыграл роль Наполеона. Там вот история любви с Жозефиной, все дела. Вот, как он на Москву ходил. Как ему ругата пообломали, понимаешь ли, наши. Вот. И опять же, знаете, не представили себя каким там супер-пупер победителем. Ну, все как было. Действительно же сказали. Что-то какой-то паштет так себе. Написано «Узутин пич», но я бы не сказала. Ладно, сейчас размажем. Короче, здесь, по-моему, больше свинины. В составе больше свинины, нежели чем утиные печени. Ну ладно, сожрём. И вот, и фильм сейчас смотрели. Долгий, он 4 часа почти шел. Там какая-то режиссерская версия нам еще попалась. Вот, и, короче, 4 часа. Мы вчера что-то начали смотреть. И вот до 6 утра вообще, короче, смотрели. Ну, интересно. Прям на одном дыхании там. Очень хорошая постановка. Это производство Apple TV. Вот, хочу сказать, что, знаете, Apple TV очень классно делают сейчас фильмы. Вот, они причем, знаете, дорогие, масштабные делают фильмы. Причем видно, что больше половины там компьютерная графика. Но очень качественная компьютерная графика. И смотришь вообще прям, представляешь, как будто ты в фильме. Вот, не знаю, сегодня поедем, не поедем. Тут хотела сегодня вроде эти блины напечь. Не знаю, делать, не делать. Делать, не делать, не знаю. Сама не знаю. Там-тара-там. Смотрела «Отпуска». Абхазия, девочки, знаете, какая дорогая? Вообще. То ли Абхазия, то ли, блин, Сочи. То ли Турция, не знаю. Турция тоже, там, 300 тысяч. Тоже прикол, тоже попался. Типа, 2014 год. Мне нужна там Турция, 5 звезд, там первая линия, там лето-поля, все дела. Двоих. Вот и говорят, ну, я нашла на вас отличную цену. Типа, 30 тысяч на двоих. Он говорит, что так дорого? Спустя там 10 лет, да, Турция за 30 тысяч. Не знаю, какой-нибудь самый клоповник. Там, мне кажется, даже перелет сейчас дороже в Турцию. Вот. Так что вот так вот взгляды меняются. Это, знаете, из разряда фу, гречка, о, гречка, да? Вот так вот. Потому что очень дорого все. Говорю, и знаете, я вот лишний раз убеждаюсь, вот если как-то съехать, уж лучше это в Таиланд на месяц, чем так. Потому что, ну, чересчур дорого. Чересчур. Хлебушка, блядь. Короче, паштет мне не понравился. Мусс. Вот, не советую верить. Дачу Риллю. Короче, фигня какая-то. 180 калорий мне подкупила. Так он, как это, не знаю. Вот я брала, короче, говяжий. От говяжий, кстати, прикольно. Мне понравился. А это вот какая-то фигня. Не советую. Скажем так. Девчонки, не советую. Так что вот. Вообще сейчас такое время, самое такое вот, я бы сказала, депрессивное. Потому что не знаю, что делать. Настроение плохое, солнышко все меньше. А вот сейчас вот сколько времени? 4 часа, а уже темно практически как вечер. А скоро будет еще темнее. Отопление не включает, дома холодно, из кровати вылазить вообще неохота, без лишней необходимости. Вот. Поэтому, знаете, сидишь как цуцух дома.
скучно и неинтересно. Зимуешь. Скажем так. Такие дела. А что, вот напишите мне, как вы насчет отдыха у нас на России? Я уж молчу там про, знаете, про всякие там Байкалы и прочее. Вот такой, знаете, вот чисто специфический отдых. Вот, это... Там может доходить вообще там таких сумм. Смотрите. Так, я еще хочу, знаете, что сделать? Хочу орать. Пару огурчиков порезать. И кучку. Нужно какой-нибудь такой вот хрусткости придать. Так. Хрусткости хочу. Такие дела. Не, конечно, скучновато. Сейчас скучновато. Летом все равно как-то и день больше, и погода лучше. Куда-то, ну, в принципе, можно было бы выбраться. Даже прогуляться и то лишний раз хочется. А сейчас вот вчера гуляли, вроде одела жилетку, а вроде все равно замерзла. Идешь, мерзнешь. Ну, блин, скорее бы домой уже. Скорее бы домой. Так, знаете, зарыться в плед. С какой-нибудь вкусняшкой. Вот. И киношки смотреть хорошие. Ну, благо, сейчас их много. Вот. А? Нет. А не это вот все. А не это вот все. Какие дела? Было, не было. Так, огурчик. Огурчики. Огурчики. Помидорчики. Парарамидорами. Маленько. Так что у нас такая вот скука. Не знаю, куда поехать. Опять в Таиланд. Конечно, уже надоело. Это одно и то же. Хочешь что-то нового. Но с другой стороны, что-то новое. Вьетнам, может быть. Знаю. Надо думать. Надо думать, надо думать. Короче, подумаем. Подумаем, девочки, подумаем. Ладно, всех люблю, всех целуем. Пишите. Неделя в Таиланде, месяц в Таиланде или неделя в Сочи? На ответ тот же. Все, люблю вас, целую, увидимся, пока.